Всем привет! Сегодня мы поговорим о работе со слоями в Blender. Слои – это очень удобная и нужная вещь. Служит для работы с определенными объектами, чтобы скрывать некоторые объекты, разделять. Вот наши слои. И, например, у нас есть несколько объектов. Вот. Чтобы переместить один объект на другой слой, нам необходимо выделить объект. Нажимаем M. И вот открываются такие вот ячейки. И мы выбираем, на какой слой мы хотим переместить объект. Вот, в данном случае на второй. Появляется такой кружок. Через Shift мы можем скрывать и включать и выключать слои. То есть Shift, и у нас появляется наш слой. Так же самое можем скрыть первый слой, и исчезают все остальные объекты, которые с первого слоя. Чтобы переместить несколько объектов, то есть выбираем три объекта, M, перемещаем на третий слой. И вот наши объекты на разных слоях. Дело с костями обстоит чуть-чуть иначе. Добавляем кость. Заходим в Edit Mode. Подразделяем. И вот у нас 4 кости. Если в Object Mode мы нажмем M, то у нас появятся те же самые ячейки, и мы можем переместить на какой-нибудь другой слой наши кости. Вот у нас на пятом слое наши кости, но они перекинулись целиком. В случае с костями мы можем разделять их отдельно, то есть заходим в Edit Mode, и вот здесь находятся наши слои для костей. Нажимаем M, и теперь мы можем отдельно только над костями разделять их по слоям, расставлять. Допустим, этот будет у нас на третьем слое, этот на четвертом. И вот у нас по всем слоям раскиданы кости. Это очень удобно, когда у нас есть, например, определенные кости, которые отвечают за... Есть промежуточные кости, есть кости, которые вспомогательные. Они как бы тянут локти. Брови там. Ну, они... Их... как бы они должны быть на виду, а все остальные кости лучше скрывать, потому что их обычно очень много, и обычно такие кости скрываются, чтобы не мешали. Там, если еще будет название, то это вообще будет каша. И таким образом мы разделили, вот у нас можем уже скрывать их и тут, если находимся даже в Object Mode. Спасибо за внимание. Ставьте лайки и смотрите следующие уроки.